Все, фу, лайф, ребята. Давайте, давайте, мужики. Побил бы. КТ, КТ, КТ. Хорош. Какие тайминги, ля. Ни хера себе. Господи, ты, ты такой гений, чел. Господи. Сюда, на! Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я вместе с моей командой, которая называется Five Stones, играет медиалигу на 10 миллионов рублей при поддержке Winline. И что же это означает? Это означает то, что нас ожидает 28 карт. Нам нужно будет выиграть все команды, которые у нас будут против. Сейчас у вас на экране все составы, которые присутствуют на этой медиалиге. И наша задача — выйти из группы, а дальше начнется плей-офф. И он будет в реальной жизни со зрителями. И давайте я вас познакомлю с моей командой. Антика, Моу, Кураж, Варпач. Мы уже сыграли 10 каток, и у нас уже есть какой-то фидбэк по нашей команде, по нашим планам и нашим успехам. Давай, Антика, расскажи, пожалуйста, как тебе наш состав, и веришь ли ты, что мы выйдем в плей-офф, и какие у нас шансы на победу? Я в восторге от нашей команды, у нас вообще бомбический состав, мы вообще в перспективе думаем забрать финал, да. Вот, так что не расслабляйте булки. И смотрите, как мы будем выступать в финале. Моу, у тебя уже есть чемпионство на мажоре, ты чемпион мира. Будешь чемпионом медиалиги от Винлайн? Но я пришел к вам, чтобы привести вас к победе. Так что я надеюсь, что мы выиграем. Кураж, ты снял рукава как киберспортсмен. И у меня еще вот такие руки-базуки. Вау. Кирилл, что ты сделаешь с Теслой после выигрыша? Апгрейд, либо продажа? Расскажи, пожалуйста. Не, нафиг здесь Теслу. Я хочу рассказать о том, что... Блин, ребята все в моей команде, ну, в нашей команде, топовые. Я немножко аутсайдер, и я хочу подкачать скилл. Я буду над этим работать. Но то, как там Кураж колет, Моу, я не знаю, стреляет со снайперки, Антика просто разносит нюк, а Шок просто спокойно вообще тоже раскидывает гранаты. И нужно просто мне подкачать скилл. То есть нужно вот еще лучше слушать командную игру. Ну, а сейчас я вам покажу, как мы сыграли эти первые 10 каток. Давайте смотреть. Все игры в групповой стадии будут играться в формате BO2, то есть возможны ничьи. Вот так выглядит сетка на данный момент. Там ничего нет, но зато теперь вы знаете все 8 составов, их логотипы и названия. В сумме надо сыграть 28 карт, и у нас на это почти месяц. Сегодня я вам покажу все-таки не 10 карт, а 14, то есть ровную половину. У нас есть одно правило в команде: мы не играем Мираж. И это самое важное, что нужно делать, играя в такие лиги. Давайте приступать к самой первой карте, и она будет против Бумыча. Мы будем играть Inferno и Ancient. Эти карты мы обсуждали и изучали вместе с командой, поэтому мы к ним более-менее готовы. Давайте посмотрим, насколько это было сложно или легко. Все, фу, лайф, ребята, давайте, ножи. Давайте, мужики. Давайте, мы просто затащим. Так, что, нож? Давайте, я могу первый вылететь, не? Не, мы все вместе, все вместе. Да. Ау, пока плохо повод. Красавчики, хорош. Да. Воу! Первая победа есть, ребят. Осталось еще 16. Я иду соло Б. Стойте, два шорт, два лонг. Два шорт, два лонг, ждите аркаду мида. Усиление мида у нас со стороны Five Stones. Бомба. Да-да-да, на сайте уже. На сайте вроде. Глубоко отошли. На сайте. Вроде отошли. Не, близко, близко. Он без бомбы, да, я так понял? И сразу бегает на П, пачку устанавливает на сити, читает это, у нас кюраж. Ебать, ты умный. Тихо, тихо. Господи, ты такой гений, чел. Охуеть, просто. Он успевает раздефусить эту бомбу, боже мой. Один, один тюрьма. Красава. Лучший. Шок дефи. Шок дефи. Шок дефи. Я сижу дефи. Хорошо. Красавчики, красавчики. Лучшие. Ладно, пикаю. Раз, два, три. Лоу. Это дава. Аня, уходи. Уходи. Молодец. Вы смотрите мид за ходом? Ну, Моу здесь убивает, а не смотрит. Убил бы. Убил. Да. Мидл. 10 хп, да? Попал? Да. Или ковры, или сверху. Хорош, Кирилл. Найс, хорош. Заход внутрь плунта, вполне себе реалистичный раунд, на самом деле, для Дебикса. Пока! Один минус есть, Шока в ответе, дава тем временем падает, рекрент на размене, бомба ставится. Ебать, просто. Убили nice. Всех, дефать. Охуеть, хорош. Лучший.
Я его убил. У нас на какие-то гранаты летят. Прошли вы смог, кстати. Так, выход у нас. Опять. Двое красных, эпока фуловый, посмотрим, как он будет забирать. Да, вот здесь минусует моментально. Эпока тоже минусует, последний у нас суперстат остается, 7% здоровья и... Чё он такой потный? Чё он такой потный? Да прекрати! Чуть не отлетел. Бигл. Не наводится у нас здесь суперстат. Вторую. Он в арке. Он в арке. В форме. На что, что, что? Ой-ой-ой, да, долетел. Лучший, просто лучший. У меня много. Рампу, и контакт здесь будет здесь. Вот здесь кураж. Кураж, хватит уже, Анна, тем временем падает все-таки внутри Б-плента, и что дальше? Можно ставить бомбу в ближайшее время, да? Кирилл, надо садиться дефить просто, садись дефить. Понял. Садись дефить. Банан заберите. Банан. Найс, хорош. Лучше! Лол, он не заметил. А, все. Его просто не прочекали в углу, и это минус еще от варпада в окончании раунда. Найс! Nice, хорош! Варпад! Это... Да, чисто ажик. Хорош! Да. Я все еще смотрю. Бомба. Nice. Красавчик! Эрик! Просто! Есть, спина горит. Покажите нам спину, гайс! Вот она, Кирюха! Разменивает, при этом Дау успевает погибнуть от Моу в ноускопе. Шок 1-1 против Поки. У Поки АВП в руках! Найс, nice, хорош. Красавчик. Но, вот это вроде удачно. Но. Не, ну тут втроем просто дожарили. 5-10. Вот он камбэк от DigBigs. Рекрент вот здесь. За иксом. Убил его. За иксом убили. Надо убить. Найс, nice, хороший. Хороший. Лучше. Бумыч идет вот здесь вот еще. Вот здесь бумыч. Где крам залазит? Блять! И Рустем остается соло против всех. И это раунд для DigBigs. Вот он камбэк, дорогие друзья. Но Суперстас не справляется с стрельбой. 3-3 ситуация. Супер страшно. Варпад. Нет, с диглом. Дальше продолжения от него не будет. Однако Рустем вступает в это сражение. Ловит еще и Поку. Что ж, это 15-й раунд для Five Stones. Забирай. Хороший, ребят. Найс. Лучший просто. Близко справа. Найс. Спина, да. Но не попадает, шок падает вторым, 2-2 ситуация. И теперь она уже очень сложная, антика. Посмотрим, сможет ли она тащить против Кирюхи, у того 28 килов. А время работает против DigBigs. Со спины. Бумыча должна была забирать антика. Антика должна была перестреливать, и Варпас один остается здесь. Так, ну что ж, путь войны. Смог кладется, диффуз-киты есть? Нет диффуз-китов, вот это проблема. Хорош! Ебать! Нихуя сейчас сделал! Кирилл, это момент игры. Следующая против Black Star состава. Сыграем Dust 2, который будет отыгрываться чисто на стрельбу. Мы должны пощупать каждого игрока. Я буду постоянно играть на Б. У нас есть заготовка, что я должен делать в каждом раунде. Это кидать молотов, кидать гранату и просто выжидать. С какими-то командами это получалось удачно, с какими-то просто провалище. Вторая у нас Overpass, наша следующая коронная карта. Шорт. В пленту один. И шорт. Сайдит. Два сайд. Красавец. Плент видела. Очень хорошо, антика, очень хорошо. Просто! Они шорт могут прийти, да? Ой, красава, шорт. Даю флешку тебе. Я тебе в лицо дал. Вышка. Да? Не надо. Ой, красава, лучший шок, лучший. Ему въебало флешки летят, он убивает. Флешка от моего еще к этому. Выстрел неточный. От варпача еще один. Попытается ли он третий раз пикнуть? Попытается. И все-таки эта встреча сложится для него не лучшим образом. Он яма. Подефай. Бля, я не могу. Попасть, а вот сейчас, а ребята слышат вообще на Б-планте, что к ним Смиты уже заходят? Как ну шел, шок. Аккуратно. Бомба Б. Халява. Просто по миду зарашили, ничего не смогли сделать с этим у нас. Тебе помочь? Я подойду банк. Я пойду. Убил его. Скорее всего. Так, Серег. Тайминг сейчас Серег. Будет. Тебя нюхают, Серег. Ебать, это что? Блять. Убил шор. Лучший. Пошути. Есть.
Господи! Сюда, нахуй! Не поймает, да, вот этот тайминг, который он не ловит, пока там... Молодцы, ребята! Сидел с Зевсом за туалетами, за вот этой перемычкой. А, внизу! Тачка, ребята, еще... На урне один. Прикрой мне сити. А, сзади! Просто шок, ебать, сзади, на нахуй. Минус ебало. Приятный Кирилл Скрипников первым выходит, погибает, но Финик не простил в итоге варпача. Лонг есть. Могу засмочить, мол. Игрока команды с 5 Stones. О, Airscape! Это действующий профи. Но Airscape не простит сейчас просто из-за отточного для себя угла. И в итоге второй раунд для Brave. Сзади. Блять. Ей просто никого не выпускает. Голова кураша забрал, но тут шок пупорит, мог Airscape подвинуть. От Сизда чуть-чуть не добежал. Повесил, ну и Феник тут в спину просто последнего забирает. Это был варпач. Вот этого парня он не читает. Кирилл, я понял, в чем был план. Кирилл хотел с минус одним фрагом закончить. Они тут ставят этот прикол, какие-то. Блядь, попросили, ладно. Забирает головача, но мстит Airscape моментально в этой эмке. В итоге Антику тоже дожал, но Airscape расстрелялся. Видно, раскликался к концу этого оверпаса. Забирает еще и шока. Ну-ка, сист, дальше. Назвук, нож его сист! Ну а варпас живет, но в итоге Airscape забирает. Близко был. Все, красава. Лучший! Господи, Моу, какой же... Убил он. ГГ, ребят. ГГ. 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 Это хорошо, это на самом деле хорошо, что это мы очень хорошо. Лететь жестко. Вы так зря это нервничаете. Небольшая рекламная интеграция. Мы на сайте CSFL, и моя задача рассказать вам про то, почему этот сайт крутой. Начнем с того, что здесь три режима. Это краш, джекпот и колесо. На каждом из них вы можете поднимать бабки. Ну а самое главное, тут есть боевой пропуск. Это означает то, что здесь у вас ожидает очень много халявы. Во-первых, мне выпал кейс кастомизации. Аватарка кот. Я заберу это, окей. Но это не означает то, что каждый кейс будет таким. К примеру, если вы будете проходить уровни и выполнять задания, вас будет ждать кейс с ценностью $226. Тут 266. А миссии очень простые. Есть единоразовые, ежедневные и еженедельные. Я предлагаю попробовать эту историю, но как же попробовать этот сайт с большой выгодой? Все очень просто. Нажимаем на пополнение, и в секретном коде мы пишем Тбилиси. И мы получаем плюс 40% к депозиту. Закидывая 1000 рублей, вы получаете на баланс 1400. Ссылка на CSFL есть в описании этого ролика. Ну а мы идем дальше. Следующая катка снова против Blackstar. И все это не просто так. Каждая команда играет против каждой команды по два раза. И вот этот второй раз уже настал. Мы попробуем сыграть Inferno и снова Overpass. Нет, о, просто зашли вдвоем. Не ставят. Это фейк какой-то, нет? Вон, налево. Это ушел. Это А, ребят, это А. Это серьезно? Они зафриковали? Это... Зафриковали. У меня деф и смог есть. Надо убить, типа. Я раздефлю. Макс. Убил его. Туда, хорош. Чел, туда. Молодцы. Слышу, пушит, идут. Пушит. Убил одного. Еще слышу. Убил второго. Эрик, ты что делаешь, молодой? Я не смог, меня молотом дали. Ай-яй-яй. Хани сыграл здесь сист, тем временем все-таки ловит шоку. Возможно, не стоило так агрессивно играть, а точнее так открыто. 1-2 для куража. Может ли он это исправить? Может, но не успевает. Слышит Лену Головача, получается забрать калаш. Там тем временем еще и Антика. Какая приемка с пистолета P250, две головы. Али, да, у него бомба. Хорош. ТБ был. Может, тянет тоже в опасе. Я думал, что сделать? Банан, я смог на бомбу есть. Блять! Молодец. Есть! Сид пытается промутиться в смахах, дает один хедшот, и сразу же Кирилл добавляет против Антики размены. Спина! Ой, в спине, зажим! Давай к ним сзади сейчас зайдем. Он ждет, он не ждет, он смотрит просвет. Надо убивать, его видит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все-таки дошло, Кирюха! Тройка, походу. Yeah! Лучший! Надо лево распикать. Лево! И руины!
Найс, хорош! И теперь уже 2 на 4. Ситуация патовая. Очень сложно. Привам. Сист вытаскивает себе один килл. Дает еще и второй. Молнии чекает коннектор, но переводится очень вовремя на Егора. Малый. Лонг. Найс, хорош. Молодцы, ребята! Молодцы, ребята! Молодцы! Лучшая команда, лучшая! Кирюха чекает, хедшот один, хедшота у второго, видимо, не... А, есть, есть! А третий, третий! Есть! А антика где? Почему хелпы нет? Да пофигу! Куражу дали в момент его славы, и он его использовал на все 100%. Варпач еще и зажимает спину, а Эрскейп, конечно, читает. Но тем временем Егор Шип теряет бомбу, Эрскейп 1 на 3. Вот, теперь стопудовая инфа есть, и вот это... Да. Молодцы. Найс. Я мог заехать с шашлыком. Мол, так просто плюсовая уже бежит с авиком и... Все залетает у него. Лучше играть, я не знаю. Дефы вон валяются. Вон киты. И второй алик. Хорошая, хорошая. Ты хотел кружок осуществить, я понимаю, все нормально. Вышел монстр. Он выбил бомбы. Молодцы, красава, ребят. Лучше! Девайсы забираем. Последний раунд первой половины. Но, мол, да что ж такое? Это что ж уже стоимоча? Ну вот каждый раз, если ему дают второй раз открыться, он отстреливает. Первый раз не получается. Банк. Тачка один убили. Банк. Банк последний. Один в один. Найс. Найс. У меня банан. Убил банан. Дефит. Красава. Аккуратно подвал, аккуратно подвал, аккуратно подвал. Да-да-да, я... Дай молот. Шорты хелпа. Вода. Молодец, Варпач. Варпач. И он остается последним. Для него эта карта, как и для команды Brave by Black Star, подходит к своему логическому завершению. Дайте зарежу как-то. Давай, давай, давай. Давай, иди, давай, 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 давай. Ай, фак. Ну почти. Ты его флешкой убил, что ли? Убил. Да нет, это не я зарезал, это. А, ну все, да. Ладно. Молодцы, ребят, молодцы. Катка против дяди Доси из Басадо. Они усилили состав по сравнению с прошлым матчем, так как терпели неудачи из-за очевидно слабых игроков. Кира, если ты это слышишь, ты очень хорош. Играем Инферно и Даст 2. Ой, как хорошо. Красава, Макс. Лучший, просто... 91 другой будет. Да, руина уже будет. Банан. Кварпач! Ебать, выбежал, секонд мид в дверь. Убил, то есть. Молик. Тройка сгорел. Темная, ласт темная. Находится 5 stones. Должны это зажимать, должны дожимать. Да, вот да, байтер, да, по 250. Сойди в бойлер, попробуй с балкона распикаться. Нет. Да, бомбы нет. 20 секунд. Надо играть. Да, бомбу надо брать, бомбу надо брать. Ну где-то тут должен быть на бомбе. Может, ковра где-то сидит. Бля, на туре битуев. Битуев. И антика вместе с Варпачем. Опасный дух. Уже... Опасный дух. Хороший. Здесь дым. На банан залетает. О-хо-хо. Один в один. Варпач. Да, там. Надо врывать. Справа, справа. Надо врывать. Справа. Правее, правее, правее. Надо врывать, надо врывать, надо врывать. Хорош! Вау! Убил бы. Все. Я взял КТ тебе. Ничего нет. КТ, 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 КТ. Хорош! С двух сторон одновременно, пока не очень хорошо работает, хотя размены есть. И Кира! Кира, отлично настреливает! Время, время помогать! И вот он открывается в конце раунда. Дождешься на самом деле. Кира, скорее всего, выходить будет. Он с макакс. Ой! Ой. Ребятки. Флажку даю на лонг. Раз, два, три. Я вам платформа. Вообще никто не слепой. Отлично, Кира, вот то, что нужно, то, что нужно. Включился парень, четвертый минус в голову. Здесь пока что форс от Файстоунс не работает, но Кураж! Кураж просто откинул! Ебан ловит! Это что ты ставишь, братан? КТ, 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 надо убить его, надо убить. Он посередине стоит. У них чисто Кира, ебать, хуярит.
Ай, Петуев, это просто плач. Блять, ну мы хотя бы киллстрик прервали, нахуй. Хорош, Кирилл. Есть движ на лонге. Нормально, нормально, нормально. Шок слышу, близко. Убил двоих. Еще в коробке есть. Молодцы, красава. Из того, что он на даке это сделал. Хорошо, Кира, флешечка здесь под мо. Ершов, браво, антику. То, что нужно. И Дося включается здесь вторым темпом. И опять же, куража здесь. Раунд, по идее, отправляется в копилку у нас. Ребят из Басада, Киру еще и шока забирает. Да, Кира, пиздец. Взял на удушающий, такое не контрится. Кира в упоре, но тут флешка есть. И в упоре он забирает варпача. Это 8-7. Это выигранная половина для Басадо. Молодцы, ребят. Окно! Убил окно. Кого убили? Два тэшка, справа от тэшки. В углу. Ай, почти. Авик! Не пикать. Yeah! Найс, хорош! Yeah! Работаем. Ох, Ханси. Yeah! Молодцы, ребята. Сейчас смотрим игру с АФК и ебем пафов. Ой, это было очень плотно, если честно. Кира пиздец. Кира вообще ебашил. И, наконец, самая интересная встреча. У нас были игры без поражений, но только сейчас у кого-то из нас появится провал. Будем играть впервые нюк, а потом перейдем на инферно. И поверьте мне, пик одну из этих карт была фатальная ошибка. Икс наверху есть. А где он? Он наверху. На будке где-то был. Понял. Где последний? Ай, почти. Похуй, мы их выиграем. Мы сыграем красиво. Ой-ой-ой, здесь глок от варпача. И в итоге Фандер находит свой фраг. 3 в 2, большинство для защиты. Не успеют же? Успели. Я не вижу просто. Успели. Успели. Нет. Серьезно? Нет. Так, сюда уже идет бустер. Видит первого, погибает шок. Бля, два авика идут. Это пиздец. Умоляю. Не убили. Вент авик. Вент убил. Хорош. Авик есть? Авик есть. Лучше. Так же играем. В наглую просто. В наглую играем. Лучший просто. Наверху, да? Наверху. И мейн ласт. Мейн. Ставь в закрытую. Он ласт. Ставь. Раз, два, три. Гоу. Хорош. Шок. Лучший, ебать. Лучший. Здесь главное не проебать, который тоже с мейна выходит. Отлично. Уки. И ситуация 1 в 1. Слит экрана. Играет склатч. Антика. Очень грамотное решение. Слушай, а Фандер сейчас к ней прям придет. Какие тайминги, ля. Нихера себе Антика прочитал. Браво. Господи. Антика. Лучше просто. Продолжай так же. Бомба. Дверь красная. Еще красная один. Три дверь. Трое. Справа за дверью, Бомба упала. Упала бомба. Так, ну что, времени 23 секунды. Фандер проигрывает перестрелку Антика. Ну нет, он стоит. Бабок нет. Где? Рампа. Будки, может быть. Будки. Вышел из будки. Будка последняя. Молодец. Давайте наш раунд. Добираем так же, додавим. Будка. Найс! Хорошо. Они на пленте. Девятка, авик, и вставит АВ уже. Прилев. Тут так убегаешь, и я пизда, меня пушат. Близко. Ой, блядь. Тут не мог-то выстрелить. Блядь. Помог распикать неплохо. Фандер здесь забирает. Бедный скаут, его тоже должны здесь выкуривать. Бустер хороший, хэдшот по антике. Дверь очень много кидают гранат, очень много разных. С мейна заходит Антика, простреливает вентиляцию. И здесь Фандер работает против нее. Это победа, 16-12. Не, ну надо файтиться хоть раз, типа, рампу, хоть раз, типа, пофайтиться. Го, подойдем в контакт. Да. Два еще. Еще. Найс. Хорош. Сзади. Твой раунд. На улице. Это, братан. Он в ванвейве? Можно брать? Бомбу забери. Убил. И можно бежать. Али лево. Кто это?
Банан игрок, это банан игрок. Есть, хорош. Хорош. Лучший. Халява. Ой-ой-ой, какая халява. Насовать первого и уже разыгрывать ситуацию. АОП, возьми, под тобой АОП. Сок. Это двоем взорвутся. Нет, не взорвутся. Он живет в уголочек. Ну, он, блядь, банан пушит. Давайте банан запушим. Мы ни разу не делали. Дал смог это. Катай, катай. Нормально, ребят. Бегу двое. Перетягиваются. Остался еще один там же. Молодец. Бустер, браво. Хороший шот, но надо открываться. Ну, вместе надо было на рефракт все, играть. Все. Нет, Эндер нормально, она раунд берет, она берет раунд. Пить. Ну, я думал, она либо там, либо там выйдет, блять. Она же не была уже до конца сидеть там. Ну, там. Ладно. Нет, пика, да. Ай, пойду. Лучше. Лучше, блять. Молодцы. Хорош. На кафель, Эрик, Молик, дай на кафель. Дай моту куда-то на кафель и куда. Тройка! Найс! Дефай. Это очень страшно было. Хорош. Да, КТ. Руины, может быть, Эрик, руины. Я понял, хорошо. Смотри, руины. Убил. Е, красавчики, лучше. Нет, все, контроль, давай здесь все контролируй. Ну что, map point. Два map point. Для пяти камней. Есть мидл. Ковры. Ковры. Бомба, ковры. Да! Молодцы, мужики! Сюда, нахуй! Молодцы, просто FPS у меня нормально, смотрите, ребят, 36, я говорю, ради буна. Боже, красота, ребята, красота. Красавчики, блядь, я пошел учиться стрелять, нахуй, я его рот ебал, блядь, ебать, просто. Сосать плюс бежать, блядь. Каточка против козлов. Мы допикали до Эншента и Оверпасса. И нас удивила их игра. Мы были абсолютно не готовы на одну из карт. Их пики были абсолютно нечитаемые. И в большей части я виню себя за эту игру, потому что я не принимал нормально А. Ребята почувствовали, что там проседает защита и начали идти только туда. У нас начинается уже, между прочим, пистолетка на самой прекрасной карте Эншент. Вот, пожалуйста, первый фраг пошел. Слушай, ты что-то знаешь. Спина. Куда режут? Красиво, умничка. Я за его. Тут близко очень. Я так понял, они будут укреплять Б сейчас и мидл. Можем А резко выйти. Да, хотите? Давай делаем. Слева, левый упор. О, это хотя бы плюс деньги, да, конечно же. Но вот все-таки, да, Миграш был очень вовремя. Кирилл, не пикай. Да ёпт. Не пикай, не пикай. Блядь. Бублик. Там еще есть в... Хорош, Макс. Хорош. Молодцы, ребят. Мегараж тут. Спина и лево. Убил спину. Все. Ну вот Мегараж, например, делает один фраг. Уху! Молодец. Не, на самом деле, можно... Да не, хорошо. Нету Мегараж, он голенький, выезжает. Голый пистолет, голый автомат. Работает в ее руках неплохо. Кто-то его ждет здесь. Оп. Идеально. Молодцы! У лонга, на лонге, да. Я даю флешку. Давай, вышел. Да. Найс. Буст, найс, хороший. Прям флешкой прям идеально в тайме. Даю смок. Он пикает. Ну, блядь, я не успел, я со смоку. Я смок, смок. Вышел с миду наверху. Yeah, yeah. Лучший. Ты просто говоришь, есть смог? Там не пропускают, там, знаешь, там вот эти вот нудные смоки, сидят, да. Да, вот это вот. Очень мало у него хп, а варпач нет. Авик у меня. Ай, НТ. Неплохо. Ой, я пул, пиздец. Три пули. За плантом. Найс, хорош! Это эйс, Антика! Помнится. Эйс! Давай я побегу. Он топал там.
Хэдшот прямо сейчас. Молодцы. Идите на просто шоу. Убила, да. Ой, красавчик. Да, мол, сейчас какие-нибудь... Я хочу бомбы, я хочу. Вот. Он успевает, кстати. Много вы хочешь, между прочим. Обида. Дай просто объяснить. Найс, хорош, блядь. Лучше. Есть, на пленту. Хорошая попытка. Тепла. 6-9, Гоут все-таки берутся не такое уж плохое количество раундов, будем честны. Еще. Красавчики. Близко машина, близко грузовик. Лонки машина, и лонки машина. Убил. Да, можно. Убил еще девятку. Есть. Углу. Давай, я тебя жду, я тебя жду, Аня. Право банк. Ань, дефит надо, шок, забери банк. Хэдшот по ходу. Банк! Найс, nice, блядь, лучший! Живи! Хороший, кавик. Ухожу. Найс! Забрал без замены, вторую с заменой сложновато пошло. Так что ничего страшного не происходит для... Молодцы! Nice. Лучшие! Хорош! Хорош! Молодцы! Блядь, хорошая была игра, хорошая. Потно, нахуй. Мы находимся на данный момент на второй позиции во всей групповой стадии. Следующая игра для закрепа в этой группе против Fixers. Мы будем играть Overpass и Ancient. Как вы поняли, у нас есть уже коронные карты. Это Overpass, которую мы хорошо и постоянно выигрываем. Это Inferno. И иногда у нас что-то получается на Ancient. Но нужно его отработать. Кол пикать его дальше. Давай. У меня шорт. Тронов там мало. Красава. Главное еще как антика все-таки примет тех самых ребяточек. Минус 3 там хотели. Подождите, на нож. Нет, алмазер все-таки по 250. Красава. Могу встать, шок. Где? Красава, лучший. Выходит. Шорт. Монстр нет. Шорт. Ань, помогай. Трое на Б. Луч. Найс. Тут стоит. Красиво разыграли. Все еще. Вот тут уже больно. Ну, знаешь, в бок что-то. Проверить, ой, попасть, во-первых, для начала. Хорошо, с юспика дорабатывает, ничего страшного. Тут есть еще один желающий получить по себе пулю. Это как раз-таки Феня. Действительно, 75 хп, так Найн в руках. Хедшот от антики. Я отойду. Убил одного. Бей. Найс. Красава, лучший. Ай-яй-яй. Не встречай. Новый фраг получай. Хэдшот. Тантика уже зашла через позицию банка в спину. Молодцы. Почилили, теперь это. Сейчас соберитесь на вторую, нахуй. Все. Сейчас, да, вторая обычно потеряет нам надо. Да. На Б раскид, Есть. Стоит рядом. Ну, двое. Сюда, сударя. Ебать! Я охуел! Там каравай лол тоже. Красиво. Трое за Xbox, трое все там. Еще последний там же. Это сударь. Я смотрю проход. Хорош. Красавчики. Найс трай. Все хорошо. Тихо. Он на КТ. А, там КТ. Да, идет. Да ебать. Время. Подожди. Боже. Пиздец, нихуя не попал. Найс, хорошая. Что за мужчина? Видит антику в КТ одного, второго. Алмазер забирает, буквально-таки фармит всю команду Fixers. Тихо, его пока еще не прочекали. Вот сейчас. Давай-то, не получается. Нужно раунд взять один. Надо Эрику бить спину. Бля, они со всех дыр зашли. Но у тебя еще целая команда оппонентов. Ну, успел шок сделать минус по делайту, выбил девайс, это нормально. Да, он сидит. Хорош, эй. Против алмазера, как же сложно будет. Справа, скорее всего, сидит. Надо бомбу забирать. Сидите. Убил. Лучший. Убил. Сюда ставить? Да, ставь. Охуеть.
сука, вот прям в стайминг можем... посмотрел на меня. Близко, пленту, за плентом. Лоу, сударь. Он залезет наверх. Лево вышел, лево вышел, лево вышел, лево вышел. Найс. Найс, блядь! Бля, ну сказали, ладно, все, я завалил пизда. Справа, справа, справа! Есть, сидит, блядь, за пальмой. Двое, еще один, еще один. Темп, темп, хороший шок, убил. Ес! Хорош, это первые наши допы. Добро пожаловать на голодные нахуй игры. Он хотел дефать. Дефать. Убил. Убили, убили. Нет, слева, слева, банан. Эрик, банан. На последнем патроне просто. Хорош. Найс. Чуть монитор не разъебал. Нормально, блять, вот так нахуй. Вот так, ебать. Хорош, Кирилл. В этом ролике было 14 карт. Будет сыграно еще 14. Вы увидели ровную половину. И уже совсем скоро решится, какие 4 команды пройдут дальше в плей-офф, а какие вылетят и будут ждать новую медиалигу. Следите за этим в прямом эфире медиалиги на Twitch-канале. Ну или же на этом канале в виде видеоотчетов, как этот. Подпишись, чтобы точно не пропустить вторую часть. С тобой был я, Эрик Шоков, и команда Five Stones. До следующего ролика.